Всем привет из примерочной СКОС. Вы видели, я ходила по магазину. Честно сказать, ничего такого интересного, особенного я не нашла. Вернее, когда снимала, как-то мне ничего не показалось. Но потом, когда я выбирала вещи для примерки, то кое-что мне... Ой, боже, я лохматая ужасно, девочки, простите меня. Кое-что я все-таки обнаружила. Ну, вот это, я, наверное, вот это вам показывала. Вот это вот нет. Это очень интересное платье. Мне будет интересно посмотреть, что это такое. И вот это такая странная какая-то вещь. Вроде бы платье с какой-то вот такой шифоном каким-то. Черт его знает, что такое. Вот так вот оно как-то сверху приделано. Мне просто было интересно посмотреть. Хотела я примерить вот эти платья. Там было два оранжевые и... голубое, с такой, знаете, здесь трикотажное, с такой здесь как бы сборкой такой. Но я как-то решила трикотажное платье на мою позу и на мою попу. Это будет no. Короче, решила не мерить, не позориться. Ну, может, в следующий раз. Так, я свой аутфит, в общем-то, ну, что, юбка, сапоги, кардиган. Что на мне? Пальто. Бусы блестящие под пуговички. Решила, что я вот... У меня столько вот таких вот нарядных ожерелий, серёг. Я решила, что я буду их сейчас носить. Не на выход, а вообще. Так, сейчас сниму пальто, секунду. Так, вот я выгляжу без пальто. Погода у нас по-прежнему, не пойми, разбери что. То тепло, то холодно, ночь холодно, днем тепло. В общем, короче, такая весна ранняя. Все, девочки, давайте примерять. По очереди. То есть у меня сегодня только платье, потому что, ну, как-то что-то совсем не на что смотреть. Так, я начала со странненького черного платья. Я люблю странненькие вещи, знаете. Оно, кстати, могло быть поменьше. Это размер large. Одно было одно в магазине, в нем есть карманы. Значит, оно состоит из двух частей. Обычное трикотажное черное платье и сверху, только спереди, вот такая вот... Вот такая вот накидка из прозрачного такого тюля. При этом вот с этой стороны она вот как-то вот так вот не пришита, не прилегает. А с этой стороны она пришита к в рукав, в пройму. В общем, странненькая, интересненькая одежда. Смотрите, видите? А здесь пришито. А сзади ничего нет. Сзади просто трикотажное платье. Вот такое вот. Карманы. Класс. Сумасшедшая немножко, но прикольная. Что-то в этом есть. Интересно. Сия штуковина стоит... $150, размер large. Ну, в общем, вот такая вот странненькая вещь. Видите, а сзади оно просто трикотажное, черное, без ничего, как майка, как футболка, да? А спереди вот такая вот фигня на нем пришита. Ну, да. Спорная вещь, но смешная. Следующая розовая роза. С размерами они совсем... что-то сдурели. Это размер medium. Оно огромное совершенно. Ну, у них всегда какие-то такие, знаете. А потом, помните, вот, видите, у него здесь замочек спереди. А помните, я покупала в нашем Винерсе косовское платье. Тоже вот оно у меня без рукава. Помните, я вам показывала? И вот здесь вот у меня такой тоже здесь замок был. Так странно, что они делают замок спереди. Ну, видите, у них какая-то вот такая вот мода. Так, здесь есть карманы. И сделано оно очень странно. Верх платья сделан из трикотажа, а низ из такой как будто бы плащевки. Видите, оно такое симметричное. Здесь так, сзади как-то так. Тоже, в общем, все неровно. Ну, вот такое вот. Длинное очень, прям длинное. И это размер medium. Оно такое огромное, парашют. Платье парашют. Просто огромное. Что-то они совсем... размерами совсем. Там были платья, кстати, которые я хотела померить, но они были 4 размера. Я не решилась их брать, потому что small, 4, я подумала, я не влезу. Но я смотрю, что у них... Ну, у них, знаете, очень зависит от фасона. Вот это вот, конечно, такой огромный
плащ-палатка, можно сказать. Так, стоит это $135. Это, по-моему, самое дешевое платье, которое у них есть. И видите, сзади оно тоже такое все неровное. Вот здесь вот эта оборка пришита вот так вот как-то по косой. Тоже неровное. Но очень большое. И вот все у них сейчас такое. Вот совершенно все мешковато. Не знаю, что за фасоны. Из розового в голубое, из одного платья парашют в другое платье парашют. И это размер второй, девочки, представляете, второй. Я у них обычно покупаю 8, 10, даже иногда больше размер. Но вот эти вот широкие большие платья, они делают такие огромные. Просто мешок с картошкой какой-то, прямо. Но это еще более или менее, потому что это второй размер. Вот это розовое, мне нужно было бы, наверное, экстра смолл. Чтобы оно не было таким огромным, потому что вот эта двойка, это в принципе экстра смол. Это, ну, смол, экстра смол. Нет, двойка это экстра смол, в общем-то. Американский второй это экстра смол. И вот так вот, оно не такое длинное, потому что оно маленького размера. Но оно, конечно, оно огромное. Но что такое у них в этом сезоне, девочки? Какое-то все такое большое, мешковатое. Пока ничего интересного такого. Может быть, будет потом подвезу. Вот, видите, размер 2. Стоит $175. Вы знаете, что мне не нравится в их платьях? Такие дорогие платья, и они делают шов вот здесь вот спереди. Ну, здесь как бы как такая застежка, да, может быть, это как-то оправдано. Вот здесь тоже как бы замочек и шов. Мне это не нравится. При этом сзади шва нету. Ну, потому что здесь застежка. Не знаю, я не люблю, когда шов спереди на одежде. Лучше бы они это сделали сзади. Как-то странно, как будто бы наоборот. Как будто бы наоборот одето. Еще один мешок с картошкой. Слушайте. Сейчас вроде оверсайз как бы так немножко отходит, мне кажется, да? Что-то они это... Это четвертый размер, вы представляете, девочки? За что я их люблю, что у них всегда есть платье в карманы. И вот тут вот он такой, видите, как платье-рубашка как будто вырезана. Пуговицы вот до сих пор. Интересно сделаны пуговицы. Я потом вам покажу, когда сниму его с себя. Там больше света и лучше видно. Ну вот такое вот оно... Огромное, преогромное. И это четвертый размер. Представляете? Здесь оно так заложено, зашито, застрочено. Вот такое платье. Значит, за $150 оно стоит, четвертый размер, европейский 34. Представляете, вы знаете, что такое европейский 34? Это на балерину. И вот такой вот. Ну, какой человек с 34 размером? У меня хороший европейский, наверное, 42. 40, 42. И вот я надеваю 34, и оно на мне болтается. Если человек на самом деле 34 размера, то это платье можно обкрутить 8 раз вокруг девушки 34 размера. Но интересно сделаны как-то вот так вот пуговицы. Вот здесь вот видите, как-то пуговицы. И так вот интересно сделана планочка. Как-то так необычно. Ну вот коз, что называется, дьявол в деталях. У них всегда вот очень какие-то интересные детали. Надо дать им должное. Видите, пуговицы вот так вот не просто так пришиты, а вот такая вот интересная планка и интересный рукав тоже. Видите, не просто рукав на манжете, а он такой немножко как бы здесь короче спереди, а сзади длиннее. В результате он очень красивый, это очень красиво выглядит на руке. Вот это вот кос обычно делает, это их фасон. И это действительно очень-очень интересно, это их фишка такая. Вы знаете, вот это прямо очень интересное платье, мне оно очень нравится, если честно. Хотя оно тоже, конечно, огроменное, это размер medium. Смола не было, был large и medium, видите, какое оно большое. Но здесь point в том, что можно, в принципе, вот это вот уменьшить. То есть можно, я сейчас попробую, я думаю, что можно.
Здесь так вот резинка, тоже сделаны карманы. Сейчас найду карманы. И вперед сделан из такого, как будто тоже плащевка, а сзади трикотаж. Трикотаж. Вот такой вот рукавчик. Сейчас я попробую, знаете, попробую вот это вот здесь затянуть и посмотрим, как это получится. Вот я немножко затянула больше, видите, остались здесь такие хвосты. Ну, что вам сказать, не то чтобы оно стало намного меньше от этого. Все равно оно довольно такое огромное. Карман пытаюсь найти, теперь он ушел вперед. То есть вот карманы теперь как-то спереди. Я не могу сказать, что оно стало намного меньше, но все равно довольно здоровое. Но платье очень интересное, знаете, вот прям нужен размер small или extra small, потому что у меня medium. И оно, конечно, огромное, просто огромное, видите, как оно. Видите, medium, $150. Ну и вот так вот оно выглядит. Здесь резиночка. Здесь на рукаве резинка. Здесь такая ткань, видите, как будто сжатая плащевка. А сзади просто вот такой вот трикотажный мешок. Ну, интересное платье, но большое и странное. Очень странное. Но цвет красивый, такой светло-нежно-голубой. Даже не голубой, а такой серо-голубой. Все, девочки, такие сегодня были примерки. 5 платьев с кос. Довольно странные. Но кос отличается странностью немножко. Но иногда у них все-таки бывают какие-то вот... Висели там в зале вот эти приталенные платья. Помните, я мерила такой пыльный розы в одном из моих блогов видео из кос. Но я уже не стала брать, потому что я его мерила. Сейчас они есть синие, по-моему, и сиреневые. Или черные сиреневые, вот что-то такое, темно-сиреневое. А были они пыльные розы. Вот это было такое красивое приталенное платье с защипами вот здесь, вот помните, красиво. Но это было одно. А вот эти все, конечно, прям такие мешки-мешки. Ну ладно. Все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Привет из Канады. Пока-пока-бай.